Всем привет, с вами Гимнат, и мы продолжаем играть в игрушку Майнкрафт. Это, получается, 20-й эпизод серии перезапуска. И, как я и говорил в прошлый раз, мы будем сегодня искать себе живность для загона. Собственно, который мы строили, вот там зомби-житель уже ждет, не дождется, когда я уже его вылечу. И он превратится в настоящего жителя, но... Сегодня не его день, не его серия. Поэтому будем искать коров, свиней, овец и так далее. Вот зря я тут ночь не спал. Теперь тут всякой нечисти ходит очень много. Итак, пока выложу сюда. Что потребуется для их поимки? Потребуется пшеница и морковка. В принципе, остальное уже не нужно. Далее надо их просто найти и хотя бы завести для начала себе за забор. Поэтому я вот здесь вот видел где-то овец, пойду их сначала тогда найду. Овцы, потом свиней я вообще не помню, чтобы я встречал. Коровы были где-то там, за горизонтом, но может найдем где-нибудь поближе, поэтому... Привет, паучок. Поэтому будем, короче, в общем-то, искать и бродить. Главное, далеко не уходить так сильно. Потому что наверняка где-то есть тут все это ближе. Так, овца, иди сюда, потому что одна у меня уже есть. Как раз вторая сойдет. Иди сюда. И заодно вот я покажу, как вообще их приманивать. То есть овцу мы приманиваем пшеницей, вот, потому что у новеньких игроков, например, могут возникать вопросы, собственно, а как вообще их приманивать и так далее, и чем. Так, где-то у меня ворота. Давай, иди сюда. Потом их будем ловить по всему огороду, но это уже другое. Давай, заходи. Отлично. Все, до свидания. Ладно, идем дальше. Не будем с ней переговариваться. Итак, корову и овец мы приманиваем пшеницей, а кроликов и свинюшек мы приманиваем морковкой, и на этом как бы вся инструкция заканчивается. Вот, по приручению. Давайте посмотрим, есть ли тут вообще кто. Может быть, я что-нибудь пропустил или что-нибудь не видел. Коровы там, свинюшки. Заяц один. А еще есть. Заяц. Два зайца. Отлично. Так, зайцы есть. Так, заяц. Давай. Маньячные зайцы. Так, пойдем. О, кто какие вы. Дыщ. Прыгают они очень высоко, но... О, вот вы где. Но, как показала практика, забор они перепрыгнуть не могут. Хотя, на самом деле, странно, потому что прыжки у них ого-го какие. Так, вы идете. Так, здесь у меня спуск более-менее есть. Да, вот надо быть аккуратным, потому что они могут спокойно зашибиться. Так, идем. Отлично. В дверь смогете? Так, идите куда-нибудь сюда. Все, до свидания. Теперь остались коровы и свиньи, собственно, самое важное. По крайней мере, вот коров точно надо. Коровы это... Конишки, коровы это броня, коровы это наше все, коровы это мясо. На болотах я там был ночью и как-то не разглядывал, что там вообще есть. Давайте сделаем круг почета в ту сторону. Может быть, там найдется поближе вся эта живность. Здесь у меня, помните, в первой серии я находил домик ведьмы. Вот он стоит такой, одинокий. Надо будет в ближайших сериях
сделать из него спаунер нормальный, облагородившийся. Вот, хотя на самом деле это будет примерно тогда, когда я пойду в ад или выйду уже из него, чтобы оттуда добывать уже всякие ингредиенты. Кстати, вот сахарный тростник, потому что он мне понадобится. Так. Хотел сказать, почему я так его обозначил, потому что я его искал. В итоге искал то, что сказал. А, ладно, там я видел овцу, и овца нам не нужна, овца уже есть. Курей я вообще в самый последний момент буду заносить, поскольку их тут у меня полно, и яиц, если что, у меня много. Так, ну там коровы точно нет. Корова. Так, видно, что-нибудь слышно. Буду прислушиваться. Коровка, ты где? Корова. Эй. Пещеры тут. Горы. Корова. Овца. Черная. Черная овца по горам скакала. Черная овца молока совсем не давала. Так, что-то у нас тут с коровами какая-то беда. Ладно, я иду в ту сторону, где их вроде видел. Так, так вот вести их обратно будет как-то проблематично. Так, тыквы. А я искал тыкву, она вон где рядышком была. Та-та-та-та-та, парам-парам-парам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам. Пум-парум-пум-пум. Пум-пум-пум. Опять куры. То курей не найдешь, теперь вот коров не найдешь. Так, куры, я вас слышу, мне нужны... Свинюшки! Вообще, тоже шикарно. Шикарно. Свинья, ну-ка, скорее перерулись. А как бы вас тут довести, так, чтобы не плутать здесь слишком долго. Так, понятно, я понял. Вид от первого лица нам поможет преодолеть все невзгоды данного рельефа. Давай-давай, хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю. Только не застреваем. А еще есть, конечно, более такой надежный способ, нежели вести их с собой, показывая еду, это применить веревочку. Но что-то я веревочку не сделал, поэтому буду стародедовским способом. Свинья, обрати на меня внимание. Свинюшка. Да, вот стоит упомянуть то, что животные, если вы отошли далеко, могут потерять интерес к вам. И это возобновится только через какое-то время. Курица, подвинься, свинья там застряла. Давай, 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 давай. Плыви, плыви, греби к берегу. Хотя на самом деле мне и двух хватит. Но хочется-то четырех. Раз четыре пошли. Давай, давай, давай. Всех возьмем. Так, здесь я, наверное, пройду. Пройду. Здесь было русло, как я понимаю, или должно было быть. Так. Опять свинья. Да и хрен с ней. 100 лет буду идти. Пойдем, 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 оставшиеся. Мне хотя бы 2 свиньи довести. Это у нас сквозное? Ага, сейчас. 10 раз у нас сквозное. А, блин. Свинюшки, как-то тут вот неудобно-то с вами ходить получается. Так, лазить вы не умеете нормально. Я слышу эндермена, это не очень хорошо. Так, а это сквозное? Ну, хотя бы какое-то. Так, 1 свинья, 2 свиньи. 3 свиньи. Так, 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 так. Давайте, 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 побыстрее, побыстрее. Побыстрее, пожалуйста. Проходим, проходим. В темные углы не заходим. Давайте, 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 а то ночь наступает. И сейчас отсюда полезет всякая фигня, и мне будет не до держания морковки перед собой. Так, к черту ту свинью.
Идем. Так, вот это тут печально. Так, давай, свинюшка. Свинюшка, я в тебя верю. Вот, собственно, из-за чего и надо брать побольше в начале, потому что доходит всего чуть-чуть до финиша. Так, свинюшки, давайте запрыгнем сюда. Здесь хотя бы по земле будем ходить. Так. Идем. Так, нет, на дерево нам не надо. Надо как-то вот так между пройти. Так, идем. Хорошо, свинюшки. Давайте. Ночь наступает. А вон деревня. Деревня уже близко. Давай, свинья, не подведи. Так, мы за ценой не постоим, как говорится. Давай. Хрюндель. А еще мне так коров вести. Надо, кстати, вспомнить, как делать веревку. И, собственно, ее сделать. Ой, я дурак. Знаете, что я не так сделал? Я убрал морковку, и они потеряли интерес. Теперь надо ждать. Времени у меня не так много, потому что сейчас на меня начнут нападать всякие штуки. Нехорошие. Свинюшки. Блин, опять. Одна свинья реагирует, второй пофигу. Свинья. Свинья. А бейб. Эй. Хрюндель. Да. Хрю. Пойдем быстрее. Пойдем. Хотя бы поближе их подвести. Давай. Иди сюда. Ну, свинья, иди сюда. Давай, ты сможешь. Чумазый ты мой поросенок. Пойдем. Так, из двух зол я выбираю зомби. Так. Свинюшки, пойдем. Ты елки-палки, крипер все равно пришел. Крипер, пожалуйста, не взрывай моих свиней. Так, там больше никто на меня не идет. Свинюшки! Крипер, уйди. Свинюшки! Крипер, уйди. Свинюшки! Свинюшки, пожалуйста, гребите быстрее, чем крипер. Пожалуйста. Давайте. Давайте, хрюндели. Хрюндели. Вроде гребут нормально. Давай. Так. Не отставайте. Нет, свинья, ну почему? Давай. Обрати на меня внимание. Как поплавок здесь. Свинья. Во. Отдаю команды свиньи, блин, весь эпизод. Давай. 20-я серия, надо найти всех зверушек. Каждой твари по паре, как говорится. Давай, иди сюда. Там ворота-то там. Хорошо здесь осветил забор. Обычно я только углы забора освещал в последнее время. А то тут хотя бы, ну, вблизи никого не будет. Да, хрюндели, бежим. Быстрее. Заходим, не стесняемся. Давай. И закрываем. Отлично. Так, две овцы есть. Так, все, этих мы оставляем здесь. Вы можете спросить, что это за блок? Это ответ очень простой. Я проверял, может ли трава прыгать наверх. И похоже, если внизу под этим блоком не будет еще одного блока, трава не прыгнет. В общем, этот эксперимент надо будет продолжить. Так, тем временем. Что-то у нас полночи прошло. Да, теперь сложнее серию контролировать. Полночи это еще плюс 5 минут. Ну ладно, у нас того 15 минут, это то есть один световой день и еще полночи. Но в этот раз я сейчас посплю.
Потому что коров придется искать где-то там или вон там. Где-то я их видел в той стороне. По крайней мере, это будет быстрее, чем искать их где-то за 3-9 земель. Хотя наверняка они где-то поближе есть, но а пойти надо наверняка. Так, зомби, всякие пауки, горите. И почему-то у меня больше перспектив пойти туда. Ну-ка, шлеп. Может быть, повезет, и мы стрел найдем сгоревших скелетов. Хотя, что-то мне кажется, вряд ли. Зомби одни. Зомби, что-то ты горел-горел и перестал, под дерево встал такой. О, давай-давай. Не, ну в воду зашел. Ну зачем? Все равно умер. Ой, молодец. Ничего себе. Ничего после себя не оставил. Это плохо. Так, идем. Идем, 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 идем. Ой. Я хотел сказать, смотреть, как курица там из-за дерева выглядывает. А, горящие зомбарюшки. Я, конечно, очень счастлив, что вы решили. Картошечка. Где вот был этот зомби с картошкой, когда вот я искал его? Помните, это было там в начальных сериях, когда я только искал. Хотя вы это не помните, потому что те серии не вышли, к сожалению. Ну, в общем, было дело, когда я целых две серии, представляете, две серии бродил, искал картошку, морковку. А вот ни одна не выпала, и в итоге я нашел вон там вон вдалеке деревню и, собственно, с тех грядок и позаимствовал. Какие хорошие березки. Ладно, а вот, собственно, ради чего я сюда шел. Коровы действительно здесь никуда не ушли. Му. Так, так, так. Пойдем. Пойдем, коровка. Коровка моё. Му. Давай, давай, давай. Му-му-му. Заодно, кстати, можете посмотреть, как выглядят животные в данных текстурах. Так, так, так. Му. Правда, вот зайцы у нас еще в стандартных текстурах, но это как-то, не знаю, когда-нибудь оно должно сдвинуться, поскольку, например, я думаю, ни для кого не секрет, что мы брали за основу текстур пак, ресурс пак Summer Fields, собственно, от которого и отталкивались. И вот эти вот коровы как раз оттуда. Вот такие вот дела, а похоже, мы вот как-то еще не рисовали. Собирали Эндермена по частям, я самого лично помню, собирал, потому что в данных текстурах он очень странно себе, ну, в общем, странно выглядел. Странная внешность у него была. И приходилось мне его там склеивать, переклеивать, другого, в общем, делать. Ну давай, корова, что ты там? Полезай, я тут про таких эндерменов рассказываю. Ты там пыхтишь в воде. Пойдем, пойдем, пойдем. По-моему, быстрее было обойти. Опять она застряла. Давай. Давай тебя подвину. Так быстрее будет, по-моему. Так, 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 так. Ну так, о чем это я? О том, что у нас, наверное, о том, что у нас не все животные в измененном виде, некоторые в стандартном. Вот, поэтому, ну, поэтому вот, как говорится. Так, мяско. Вроде идти 3 метра, геморроя. Ну вот чего она отвернулась? Эй! Ну и что? А идти-то будем? Или опять до заката? У меня свиньи быстрее шли. Давай, 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 давай. Ну, греби. Мне надо поменьше вообще по воде гулять. Ну, что это такое? Ну,
Еще полчаса подождем, и они выберутся. Какие хорошие коровки. Тра-ля-ля-ля-ля. Лё-лё-лё. Му-му-му. Такой пятачок у них. Давай-давай, влезай. Ёлки-палки. По-моему, легче было вернуться и взять нормальных. Давай. Аллилуйя. Все, по воде не ходим. По воде это очень долго. Кровь вроде большие, им это вода по коленке. Нет, идут 100 лет в обед. Так, идем. Надо реку пересечь. Надо найти сейчас узенькое место. Где, собственно, протиснусь побыстрее. С данными тормознутыми коровами. Давайте сюда. Давай, 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 давай. Ой, все, и 100 лет. Веревкой проще, на самом деле. Обвязал ее и тянешь за собой, только главное следить, чтобы не оторвалась веревочка, потому что если сильно растянуть, то она оборвется. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить параллельно, как делается веревка. По-моему, она делается из ниток и слизи. Возможно, именно так. Давно ее просто делал. Делал, а потом от нее отказался, потому что раньше я на веревку привязывал осла. И, собственно, через какое-то время я, ну так, захожу на сервер, выходил с сервера, а потом обнаружил, что у меня, в общем, осел-то оторвался и давно гуляет. И, в общем, появилась мысль такая, что веревка отрывается, похоже. Если ее долго не эксплуатировать, на нее не смотреть. Особенно если перезаходить, тогда она. Так, овца, ты, пожалуйста, пока отстань. Мне сейчас нужны коровы. Да-да-да-да-да, иди сюда. Еще одна. Давай-давай-давай. Не, ну вы посмотрите. Ну, даже овца зашла. Овца, пожалуйста, уйди. Заходи. Уйди. Корова, заходи. Че, овца? Сейчас пну. Ладно, заходи. Ну все, трындец. Тихо! Нет, 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 куда? Куда? Все заходим. Как я люблю коровок и животных, которые не пролазят. Зато, когда они захотят убежать, они сразу пролезут. Ну ты, давай, давай, заходи, 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 заходи. Так, сюда. Закрываем. Овца, я тебя пока что вот сюда затолкаю. Я сказал, затолкаю. Сиди. А вы, пожалуйста, дальше. Проходим дальше. Открываем. А, вот в дверь они, кстати, не пролезут. Так. Поэтому убираем дверь и пытаемся их. Давай, давай! Ну! Понятно, все. То есть одну калитку мы преодолели спокойно. А дальше у нас попа толстая. Давай, заходим. Еще одна типичная ситуация, когда они встают рядом и. Ну и все. И дальше они начинают толкаться. Я не могу. Ну давай, заходи. Давай я тебя затолкаю. Давай. Давай, давай. Ну. Ну, давай, вторая тоже. Отлично. Есть первая партия. Так, что-то я не так дверь оставлю. Ну. Ну, да, так, наверное, удобнее. Надо внизу также поставить будет дверь. А теперь, значит, овца. Овца! Где вторая овца? Вон она. Эй! Эй, бяшка, бяшка.
Баращик, сочный. Иди сюда. Баранина или овчатина? По-моему, баранина с них падает. Если их на мясо сейчас пускать в этой игре, я имею в виду. Не надо путать. Вообще с овец там мясо какое падает, нет? Ну, хотя да. Наверное. В общем, что-то я не туда пошел. Не в те дебри. Так, давай. Баращик сочный. Давай, иди сюда. Может, это бараны, а не овцы? Тьфу, бараны. Все, меня клинит. Это одно и то же. Давай, иди сюда. Одна женского пола, другая мужского. Баран мужской, овца женский. Давай, иди сюда. Иди сюда, женский овца. Давай, заходи. Все отлично. А, дверь сюда. Фу. Калитку восстанавливаем. А, но пока что их не размножаем, потому что мне надо как-то завести на нижние этажи свиней. Ага, свиней я здесь оставил, а вот зайцев. Эй, свинья! А где вторая? Не понял. Вторая! Иди сюда. Можно им имена, кстати, дать. Какие-нибудь, если у меня найдется бирка. Ее у меня пока нету. Ее можно либо поймать, либо найти в сокровищнице. Но вариант с поймать намного проще. Заходи. Заходи. О, могучая свинья. Ладно, видимо, эта серия будет подлиннее. Давайте все-таки в одну серию уложимся их заталкивание, собственно. Тихо, не уйдете. В подвал. А ты вот так вот можешь залезть туда? Так по-простецки. Жаль. Жаль, а был бы хорошо. Топора нет. Давай. Прыгай. Главное, самому потом не навернуться. О, есть одна свинья упала. Давай вторую. Иди туда. Шлёп. Может, мне сразу туда зайцев запихать? Не-не. Если я запихну сюда зайцев, мне потом их не разделить. Этих прыгучих созданий. Ага. Одна шлепнулась. Но не убилась. Оп, есть. Это очень важно. Свинюшки, заходим, пожалуйста. Вот ваш загончик. Давай. Есть дверь. Так, одна свинья сама зашла. Давай, свинюшка. Заходи. Ну, заходи. Не стесняемся. Проходим, товарищи. Не стесняемся. Так. Заходи. Все отлично, сидим. Так, сидим здесь. Дверь сюда. А теперь идем за кроликами. Сразу дверь открою. Лёп. Они не убьются случайно. Давайте схему точно такую же сделаю. Так. Да, полночи прошло. По идее, уже надо заканчивать. Но, в принципе, я успею уложиться в привычные рамки серии. Давайте, зайца. Зайцы вообще... Или кролики они здесь. Как вы называетесь? Ну, в общем, вот эти ушастые, буду называть их тогда так. Ушастых в игре несколько расцветок. Я нашел только вот таких. С безумными коричневыми глазами. Но вообще самые страшные зайцы — это белые с красными глазами. Они так зловеще выглядят.
А можете вы упасть вот сюда, пожалуйста? Спасибо. И ты сюда же можешь упасть? А, так ты можешь по лестнице спускаться. Ах ты, заяц. Ну, иди сюда. То есть нормально. Вот это упал, а ты не можешь? Ну, иди сюда вот так. Давай. Прыгай. Зараза. Так, идем. Идем, идем, идем. Давай, давай. Видите, он не может перепрыгнуть через забор. А может ли ты пройти через дверь? Один смог, а другой как сумасшедший. Такой, ура, ура, ура. Ну, кто он после этого? Иди сюда. Дурачок он. Дурачок. И вот ему не все равно, куда он. Где его держать? Отлично. Все, 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 ура. Значит, здесь заделываем обратно. Так. Сейчас все приведем в нормальный вид. Так. И возвращаем пол. Ага. Фу, теперь самое нужное после того, как вы довели всех животных в загоны. Ну, куда хотели. Иди сюда. Их надо размножить. Знаете, в чем беда? Мне сейчас не надо, чтобы он выходил. А он выйдет. Ну, выйдет, выйдет. Перезагоню, как говорится. Ладно, пока не будем его стращать. Пожалуйста, вы же не выйдете. Не надо выходить, пока ра... Нормально. Заяц, а ты чё-то это, ты как-то... Ты чего вышел-то? А, я знаю, почему он вышел, потому что я его не тестил. Значит, ты, заяц, как курица, да, проникаешь в щелочку. Негодяй. Ну ладно, с ним тогда попозже разберусь. Придется загон чуть-чуть переделать. Ладно, идем тогда наверх. Помните о зайце? Он, блин, меньше размером, чем нужно. А, ладно, зайдем к ним через парадную. Овца. И корова. Надо было здесь калитки что-то поставить. Хотя потом их снимать. Ладно, пускай так. Если что, их просто по кругу перезагоню и все. А, па-па-па-па-па. Ну вот и отлично. Заселили. Заселили загоны. Все хорошо, все отлично. План выполнен. Даже он. Вся ночь прошла, сейчас будет рассвет. Ну и пора заканчивать, да? Как по традиции было принято, 3 световых дня, но в данном случае вместо одного светового дня была ночь, даже полторы ночи. Поэтому на этом я закончу. А, я успею рассвет посмотреть, нет? Давай. Да. Надо успеть рассвет, на рассвете попрощаемся. Давайте. Быстрей. О. Ради чего я, собственно, селился вот здесь. Ради пейзажа. Вот таким вот образом. Ну что ж, а на этом я тогда закончу. Скажу вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Заходите на сайт ВПО Гром. И играйте в Майнкрафт с удовольствием. Увидимся в следующей серии.